Привет, друзья, вы на канале Bob GTX, и вот вышло уже видео разработчиков. Ребята, сейчас быстренько я вам покажу, расскажу, какие коды выйдут или там выйдет на 200 спинов, сейчас посмотрим, и прокомментирую то, что нам показали. Ну, если интересно, с вас лайк, подписка, и погнали! Так, ребят, надеюсь, вы уже лайкосик не поставили, потому что, может быть, вы, конечно, в это видео уже и видели, но я вам расскажу, что я понял с этого видео. Короче, самое интересное это то, что Kagoku Event Info только информация и ничего не показали в этом видео. Возможно, в этом обновлении даже еще его не будет. Поэтому такая загадочка остается. Дальше, второй пункт. Шинда Шторм, Шинда Компаньон и боссы. Все это будет. И будет первый код на 200 спинов. Он будет, ребят, в описании этот код. Это самое главное для вас. И он будет в апдейте 0.90. Только ваша игра обновится до 0.90. Шинда Шторм код будет давать вам 200 спинов. Дальше, что же еще сделали разработчики? Ну, конечно же, сделали вот эту арену, Enter Arena и кучу героев. Думаю, что эти все герои нам понравятся, попробуем подраться ими. Это уже тоже увидим в районе нашего обновления. Итак, когда же обновление, забыл вам сказать. Сейчас в игре 4:30 у меня, а обновление будет в районе 4 часов и 7, то есть до 7 часов по игровому времени обнова уже выйдет, и мы уже сможем поиграть в новой локации, новых вот этих аренах и все такое. Тут дальше они дерутся полчаса, зачем это все бои, я не понимаю. И следующий, ребят, следующее это то, что компаньона мы будем выбивать из обычных боссов, то есть берем босса на любой карте, и на этой карте будет один там с 10, один из 5 попадаться свиток. Босса убиваем, свиток забираем, и все. В принципе, компаньон у нас уже есть, можем его открывать. По идее, ну, эти компаньоны, что у нас открыты, может быть и останутся, а может быть придется заново выбивать. Вот свиточек они нам показывают. Вот такой будет свиточек нового компаньона. В принципе, потом мы сможем его выпустить и прокачивать в этих же боях. То есть будет очень интересно играть с компаньоном. Это плюс этого обновления, мне кажется. И еще, ребят, добавят 2 кинджутсу, я так понял. Да, вот компаньонами дерутся. Сейчас я вам найду этот момент, где будет у нас инферно кинджутсу и блуд. Вот кинджутсу, стой. Вот кинджутсу, ребята, одно у нас добавляется. Оно будет у нас 1.25 инферно кинджутсу. И еще одно кинджутсу дальше, Blood Moon, кровавая луна кинджутсу. Что это будет за кинджутсу, посмотрим уже, когда у нас будет обновление. Думаю, что этот видос вам был тоже полезен. Более детальный разбор обновы будет после того, как обновление выйдет. Ну а пока все, ребят, всем удачи, все ждите обновления, всем пока.